сказка проникает в самую чащу твоего сознания. Ты можешь даже не дослушать ее до конца. Но почему-то ты всегда знаешь, чем все закончится. И так было всегда. Приятно познакомиться. Меня зовут Гретель. А этот обжора мой брат Гензель. Ой. Скажи мне, как ты оказался в моем лесу? Это уже слишком, так же нельзя. Ты напуган. Тут что-то не так. Осторожней, детка. Не начинай того, что потом не сможешь остановить.